присаживайтесь. Я не могу сказать, что вот я прям родилась и сразу там мечтала стать учителем, да? Я скажу так, к профессии я пришла в осознанном возрасте, и это мой осознанный выбор. Я закончила юридический факультет по специальности юрист, закончила связи с общественностью в аэрокосмическом комплексе, еще одна специальность. И все дальше хотелось учиться и учиться, и тогда я приняла решение быть поближе к детям. У меня двое деток. И решила попробовать себя в педагогической деятельности. Даниил очень умный мальчик, он просто влюблен в историю. Мы с ним участвовали в олимпиадах, хочу всем посоветовать. Участие в олимпиадах обязательно. Просто когда ты участвуешь в олимпиадах и выполняешь эти задания, когда приходишь на ЕГЭ, видишь задания ЕГЭ, они для тебя уже не столь страшны, как их малюют. Мы с ним прошли, ну, школьный этап уже, муниципальный этап. Мы стали в Одинцово победителями муниципального этапа, ну, в прошлом году, да. А затем мы вышли на региональный этап, мы стали призерами. Ну и вишенкой на торте стало 100 баллов на экзамене. Когда ты приходишь к детям, проводишь у них урок, они тебе рассказывают. Они с тобой общаются, они смотрят на тебя такими глазами, и ты просто настолько от них заряжаешься, что все вот эти, все какие-то печали, вот это какая-то бюрократия, еще что-то, вот, которое ты от чего устаешь, оно все куда-то улетучивается. Думаешь, ну ладно, все хорошо.